Всем привет! Сегодня я хочу вам показать книжечку, которая без начала и без конца, и без обложки. Обложка вот такая вот, ну, заглавлена она как «История Старого Завета». Я думаю, что, может быть, «История Ветхого Завета» крайне, но не знаю. Книжка явно дореволюционная, год не знаю, потому что начинается она с 19 страницы. Книга религиозного содержания, православная, очень богато иллюстрирована, хорошо, графика хорошая. Книжка часто читалась, эти следы. И вот на чем книжка заканчивается. На 241, вернее, 242 страница. В таком вот качестве. Распятие Иисуса Христа. Тут про Понтия Пилата. Вот на этом она заканчивается. Все, дальше нет продолжения, к сожалению. Ну вот такая вот книжка. Закладочку положил. Вот. Ну, на этом я свой обзорчик заканчиваю. Всем пока, всем удачи и всем счастливо.